Ребят, всем привет! Меня зовут Риза Шубина. И сегодня покажу, что лежит на распродаже в ГЕС. Первое это у нас вот такой вот белый красивый комбезик. На ощупь он очень приятный и в нем очень удобно. Дальше у нас идет вот такой вот, так сказать, джинсовый комбез. Могу сказать, что с ним тоже, в принципе, нормально, удобно, но у меня есть такое ощущение, когда я его одеваю, как будто у меня в корсе затягивают, когда, поэтому как-то в талии не очень удобно. Дальше у нас идет это вот такая вот розовенькая, леопардовенькая юбочка. Она еще потом тоже прекрасная прям. И в ней тоже очень удобно. Ее можно надеть любой алкоголичкой, там, например, черно-белый. Это смотря какого цвета она еще будет. Также с ней шла вот такая вот. Просто, так сказать, алкоголичка ГЕС. Ее можно надеть, в принципе, с черной юбкой, там, например, с белой, я не знаю, там. Ну, поняли, короче. Вот. В этом все мне очень удобно, так что советую. Ткань просто шикарная, девочки. Дальше у нас идет эта вот такая вот обтягивающая черная юбочка. В ней тоже удобно. И как бы тоже все нормально. Минусов у этого нету. И последнее. Это такая вот черная куртенция. В ней тоже очень удобно. Она не особо, она в ней, то есть не жарко, не холодно, то есть не нормально прям. Вот. То есть вы можете смело, допустим, вот вечером прохладно, например, вот под сентябрь, когда будет уже где-то так, можно ее спокойно одеть и пойти в ней вечерком, там, например, потому что в ней там и не холодно, и не жарко. А дальше смотрите, что, как я буду это примерять. На этом у меня все. С вами была я, Лиза Шубина. Обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм и на мой Ютуб. Инстаграм у меня будет где-то внизу описание. Ставьте колокольчики, лайки. И жду от вас крутые, позитивные и разные комментарии. До встречи!